В ночь на 11 июля в Иваново произошел серьезный пожар. Загорелся частный дом на улице Якова Горелина. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного своевременно. Пожарные расчеты были на месте уже через 5 минут, однако дом уже пылал. В момент пожара наблюдалось открытое горение в одной из частей дома. К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц техники и 34 человека личного состава. Пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара в одной из половин дома были обнаружены тела двух погибших. Как рассказывают соседи, здесь жили две семьи. Одна половина дома, передняя, принадлежала благополучной семье. Они как раз недавно сделали ремонт. Здесь Витя жил. Да. Витя и жена, сын и сноха. И ребенок, да, по-моему, и был. Ребенок, и ребенок. И ребенок, да. Задняя часть дома была пристанищем асоциальных элементов. Накануне здесь, как всегда, были гости. Мы выпивали. Мы еще полбутылки ему оставили, Женьке. Тела хозяина и его гражданской супруги и нашли спасатели в сгоревшем доме. В момент происшествия по счастливому стечению обстоятельств соседи дома не ночевали, иначе жертв могло быть гораздо больше. В причинах происшествия сейчас разбираются. Предварительная версия – дом загорелся из-за неосторожности при курении. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.